Так, ну что, друзья, всем доброго вечера. Из города Аликанте, Испания. Отличный вечерок. Решили прогуляться, как обычно, перед сном. Город Аликанте. Меня зовут Денис, кто не знает. Ну и мой канал называется «За Пиренеями», на который я прошу подписаться, чтобы вы смогли видеть больше новых видео из Испании, как здесь живется, что здесь делать, как здесь жить. Только личный, конечно, опыт. Не претендую на истинность последней инстанции. Мы, кстати, сейчас выходим на площадь быков, Plaza de Toros. Вот здесь у нас арена для боя быков, на которой мы были, смотрели корриду. Здесь у нас фонтанчики должны быть, но что-то сегодня они уже не работают. Странно, может быть, на какой-то профилактике. Далее пойдемте погуляем с вами немножечко. Погода отличная, жары, кстати, нет, кто-то она ушла. Сейчас где-то градусов, наверное, 25, ночью обещают 22 даже, ну 23-22, вот так. Сегодня включали кондиционер, но буквально где-то часа на два, ну, может, часа на три суммарно, поэтому жары особо нет. Влажность, кстати, тоже ушла. Вот видите, какая у нас красота. Такие пальмочки. Такое все. Будний день, хорошо, народу не так много. В основном все тусуются сейчас на пляже. В центре. Ну, в принципе, это тоже считается центр. Но, скажем так, есть еще более центральная часть, естественно. Ближе к эспланаде, ближе к Рамбле. Такие вот у нас вот деревья красивые, ребята. Их периодически стригут. Смотрю, что они отросли. Наверное, скоро тоже будет стричь. Может быть, если поймаю, поснимаю, как все это тут делается. Очень так интересно организовано. И вот здесь вот между ними как раз должны быть фонтаны, но сегодня они почему-то не работают. Слышу русскую речь. Сейчас покажу, кстати, построили новый дом, ну, почти достроили они его, еще без отделки, я так понимаю. Здесь вот был такой пустырь, и вот они туда влепили домик. Ну, это задний, как бы, его, задняя его часть, патио так называемая там. Вот. Наверное, здесь у них будет какая-нибудь парковка сделана, что-то такое. Основная часть, конечно, с другой стороны.
Так, давайте, может быть, с вами перейдем улицу здесь. И, кстати, здесь, по сути, у нас две площади. То, что у нас справа, это Plaza de Toros, площадь быков. Понятно, что масштабы не мадридские, не барселонские. А то, что мы сейчас попадем налево, это у нас Plaza España, Plaza de España, площадь Испании. Большая, конечно, но есть. Насколько я понял, в каждом испанском городе есть площадь Испании. Вот, кстати, быки. Вот видите. Такая скульптура. Кафешечки, в которой мы периодически бываем. Здесь тоже и завтраки, кофе, сок свежевыжатый, в общем, все, что нужно для испанского утра. Ну, с кафе здесь вообще нет проблем в Испании. Вот это площадь Испании. Понятно, что размеры, наверное, смешные для тех, кто живет в Мадриде, там, и в Барселоне, может быть, даже в Малаге, в Гранаде, где там еще, где такие более-менее уже крупные города идут. Но что умеем, то имеем. Формально площадь Испании есть. Есть всякие такие тоже. Для детей. И подходим практически к концу нашего сегодняшнего маршрута. Сегодня ролик будет не очень большой, потому что все-таки я буду снимать 4К, как-то это поинтереснее. Смотрится лучше. А 4К у меня ограничено 10 минутами на моем телефоне. Здесь у нас, кстати, здание гвардии Сивиль, гражданской гвардии, национальной гвардии, гвардия Сивиль называется. Скажем так, одна из самых, ну, пожалуй, самая такая серьезная полиция Испании. Здесь у нас такси обычно стоят. И вот эти улицы ведут уже непосредственно в сам центр города. Вот, это у нас, не помню, как называется, она у нас ведет, в принципе, уже в сам центр, туда ниже спускается к пляжу. И сейчас мы еще пройдем немножечко. Вот у нас это такси, так выглядит. Немножечко пройдем еще прямо. Надеюсь, что атмосферу такого испанского города передать получилось. Такси поехало на вызов. Такси в Испании не дешевое. Дешевле, конечно, чем в северных странах европейских. Но такие чистенькие, аккуратненькие, достаточно четкие. По выходным, конечно, не всегда их можно поймать, потому что они заняты очень часто по выходным. И вот, кстати, здесь у нас Меркадона виднеется. Сейчас она закрыта, понятное дело. А дальше, видите, такой голубой стаканчик. Это Арчатерия. Очень интересный напиток там продают. Как-нибудь зайду, поснимаю тоже. Ну что, друзья, всем желаю хорошего вечера, доброй ночи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Испания, как всегда, передает всем солнечный, теплый и открытый привет. Всем пока!